давайте поможем. Сын сказал, что в этом году стану дедом. Груши, вишни, абрикосы, слива, яблоки и так далее. То, что может в Сибири расти. С чего начать? Что купить? Саженцы, черенки, семечки. С уважением к вам, вашим дедам, Валерий, 55 лет. Так, и он же, смотрите, я вам 100 раз на этот вопрос отвечал, вспоминаю. Сейчас скажу коротко, но главное-то не это. Я почему его письмо посчитал важным? У меня же сотни, тысячи писем. Когда строил дом, мимоходом воткнул землю, саженец яблони, без подготовки, перегноя и т.д. Некогда было. Все как у меня, некогда. Растет, плодоносит, едим хоть и немного, лет 10 покупаю. А дальше. Едим, лет 10 покупаю, в питомниках саженцы разные. Сажаю, но нет результата. И не засыхает, и не растут. Хочу начать с нуля по вашей методике. Ну, для начала я тут нашел фотографию прошлогодней. Вот это вот есть саженцы жирного. Вот, упаковочка, все. Они ждут, когда кто-то приедет. Вот, теперь смотрим сюда. Смотрим сюда. Так. А, вот. Значит, чего начать, что купить? Саженцы, черенки, семечки. Значит, допустим, вот саженцы, я уже не один, Ваулин Александр Юрьевич, он же директор, он же этот самый, добился выдающего успеха при работе с моими косточками, так? Добился успеха. Вот, он пришел вслед за мной к такому мнению, что деревья нужно как можно меньше вмешиваться, и он из семян, то есть из это самое, сеянцевых деревьев добился результата и получил вполне культурные плоды. Если на этом останавливаться, то тогда мой совет — купить у меня эти же косточки, которые же оказались и в это самое. Я ему 3 посылки высылал вовольно. И с сеянцами вот такими, и с этими, и с косточками. Вот. Успех грандиозный. Собирается развиваться на 14 гектар. Вот. Так. Они будут кисловаты, сладковаты. Большинство абсолютно у него, у Ваулиного ученого, из моих, съедобное, вполне вкусное. Но я же говорю про соки, компоты, варенье, это будет добра. Рекорд у него 72 килограмма из дерева. Ну, у меня побольше, но у него еще сад молодой. Вот. Хотя родственники, это как бы продолжение у него моих сортов, сорта образцов. И вот получается так. Второй вариант. Если бы вы хотите быстро развернуться, вам нужно купить какое-то количество саженцев здесь же, чтобы и саженцы, и черенки, и семечки — это было все родственники. Вот, родственники. Вот. Тогда надо уже не у меня, вот это у меня. Вот. Черенки можно на следующий год после семечек. Но я в таких случаях говорю, если в ваших краях, я, возможно, последний год этим занимаюсь. Вы думаете, на меня не действуют вот эти вот самые ученые, кстати, с шикарным образованием? А? Вот. Еще как действуют. И вот, ну, в смысле, когда это в виде насмешки, издевательств каких-то. Вот. И вот получается, что черенки на второй год, а может и на первый год. А потом кто-то говорит, да у меня же этой поросли сливовой-то там сотни. Бывает рядом или у него, ну, заросло, ну, запущенный, полузапущенный сад. Да, а что на него привить? Я говорю так, персики раз сливовый поросли, абрикосы 2, так, нет, сливы 3. Ну, а у тебя там терный, это ладно, это та же слива. Вот. Можно и даже черешню попробовать, видишь, но это уже, так сказать, это... Это уже баловство. Но персики, что вам надо? Слива и абрикосы. Имея вот эту вот поросль, уже, так какого хрена еще год ждать, пока семечки вырастут? А саженцы для чего нужны? Быстрее создать маточный сад. Не успели семечки, если вы хотите сразу чуть больше денег потратить. Но отдача будет моментальная практически. Но эти семечки вы уже с этого саженца вы будете своих брать черенки. Вот как я вам показывал.
А теперь решайте, что купить. Но если вы чистый дачник, если вам нужно десяток саженцев, вы их посадили, поменьше их калечите, они практически все или почти все дойдут до плодоношения, так? И больше вам ничего не надо. Уходы минимальные. Вот. Те же абрикосы, чем больше поливаешь, тем они раньше сдохнут. Извините за выражение. Вот. Только об этом не знают эти шикарные образованцы. Образованцы, ну как правильно, образованцы шикарные. И вот получается, я практически на ваш вопрос ответил так, ну как бы эмоционально. Вот. Есть еще ответ. Этот ответ дал где-то там две собачки возле холодильника крутились. Помните мультфильм? Тебе чего побольше? Котлет побольше или сосисок? И того побольше, и того побольше. Вот это самый верный ответ. Почему? Сад надо садить один раз. Сегодня не купили, а может быть больше никогда в жизни не купите. Я еще знаете, на что надеюсь? Вот Сергей сейчас выращивает, вот сейчас он прививает, я ниже покажу вам. Вот. Может быть сегодня не успею, осталось там 23 минуты. Может потом покажу. Вот он сейчас прививает, прививает. Когда-то ему надо с этим делом заканчивать. Его мозги, это мозги настоящего ученого. У него еще и диплом есть агронома, пусть этого колледжа, но настоящий агроном. Когда-то где-то у нас вот такие люди, как Павел Троценко, умница, талантливый молодой человек, работящий, соображающий. Вот. Он сейчас, изучив всю мою агротехнику до последней запятой, он сейчас может не просто, даже не я, я само собой. Вот. Но мой уровень сейчас образовываться, сейчас смеяться будете. Это прочитать, ну скажем, курс лекций для всего расширенного состава академии. Чтобы академики поняли, что они упустили, продремав. А, допустим, уже мой помощник Троценко, зам по науке, уже может в любом университете студентам писать лекции. И польза будет, наконец-то польза будет. Институт заканчивает, как тебе разница, то есть этот, академию. Ничего не умеет. Кто им поручит там сад 5-10 гектар посадить? Загубить все это? Их же учили губить. Вот. Так что, смотря кто вы будете в будущем, вот, лично вы. Сергея завтра возьмут, скажут, да нам такие нужны. А нам, академии, в Москве, Тимирязевке, перестроить ее. Вот. Савинич, туда, зам по науке. Вот. Железного Сергея, туда это самое. Да он туда свой питомник этот самый, и все я помогу, перенесет это в Тимирязевку. Но этого никогда не будет. Вы уже смеетесь, я понимаю. Хохот, я раньше, помните, как в скобках, хохот в академическом зале. После моих таких смелых высказываний. Но если бы это сбылось, через 3-4 года бульдозер не пойдет по этим. По 120, а уже будут, подходим к 140-граммовым абрикосам. Размером с кулак, который в банку делает. Не пойдет бульдозер. Вот, так что давайте побыстрее. Разбирайте то, что есть у Сергея, у меня. Я не нагнетаю обстановку. Вот, я все молодею. И Сергей это самое. Всю жизнь. Я надеюсь, что он не будет всю жизнь вот тачки с навозом возить. Кстати, как раз упомянул навоз. Никаких навозов в ямах. Сверху раскидали, все. И забыли. Ну что. Не растут, не засыхают. Хочу начать с нуля. Ну, с нуля тогда семечки, косточки.